Блин, сколько время? Я, кажется, проснулся или как? Кажись, да. Так, сколько там время? 9 часов, нормально. О, всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я, Павел Монтик. И сегодня я пойду на работу деревенским фермером. Ну, в принципе, ну, как это... Как обычно. Хотя это когда было как обычно. Ну да ладно. Ой. О, житель в коричневом, здорово. Ха, здорово, Паша. Ладно, пока, мне на работу надо. Что? Ребята, куда пропали все деревья? Так, почему остались только два дома моих соседов? Кстати, житель в коричневом. Ты не знаешь, куда пропало все остальное? Нет, Паха, я сам задаюсь этим вопросом. Странно как-то. Ладно, я пока работать пойду. Пока. Странно, ребят. Почему вот так вот вдруг из ниоткуда появилось так? Странно. Вот, кстати, тут торговец, ребят. Давайте у него спросим. Торговец, стой, подожди. Да-да-да, это я к тебе обращаюсь. Стой, торговец, блин, да куда ты пошел? Ну иди сюда. Стой, ты знаешь, куда пропали, куда все пропало? Торговец, блин, ты знаешь это? Нет, я не знаю. Я сегодня шел в деревню номер 14, и все пропало. Ладно. Очень странно. Остались только маленькие вещи. Мои огороды, жители, два моих соседа, колодец, два фонаря и вот этот бугорок. Надо будет его завтра почистить. Ну ладно, не об этом сейчас. Пошлите тогда уж на работу, как обычно, деревенским фермером. Да уж, ребят, очень странно сегодня как-то день получился. Можете мне объяснить? Вот если вы знаете, можете объяснить, куда пропало все в Майнкрафт? Может, это какой-то баг? Ну, может, вы просто знаете, но я вот вообще не понимаю, что это. И как это вообще получилось, ребята? Если вы знаете, то напишите, пожалуйста, в комментариях. А то и мне это очень хочется знать. Вот. Ладно, ребят. Может, кто-то из жителей знает? Иди нафиг, курица. Ну, ладно, так. На тебе и на тебе. Ой. Ладно. Буду дальше работать обычным деревенским фермером, ребята. Ну, как обычно, в принципе. Эх, блин, вот, ребят. Я очень волнуюсь из-за деревьев, домов и остальных жителей. Стоп, а как же мэр? Ребята, а что с мэром-то? Кто мне теперь зарплату будет выплачивать? Куры, пошли вон отсюда. Вот, все, убрал, уходите. Блин, ребят... Это очень странно. Ладно, блин, дождь еще начался. Капец, ладно, огороды потом доделаю, что-то такого. Так, блин, где там житель фиолетового? Ой, это дом жителя коричневого, точно. Житель фиолетового, привет. О, привет, Паха. Да-да-да, привет. А, ты и ты тут житель в коричневом? Да, я зашел к нему в гости попить чай. Ладно, если ты не знаешь житель в коричневом, почему все пропало, то житель фиолетовым-то знает? Я сам задаюсь этим вопросом. Эх, ну тогда ладно, блин. Что ж тогда будем делать? Может, позвонить в полицию или куда-нибудь еще? Я думаю, не стоит. Нет, мне кажется, стоит. Ну ладно, пока житель старичного, пока житель фиолетового.
Пока, Паша. Пока-пока. Ой, блин, простите. Эх, блин, ребят, все же я не могу понять до сих пор. Куда же пропали все деревья, дома и жители деревни номер 14 в Майнкрафт? Может быть, ой, правильно, комп, никто не вернулся. Короче, давайте его возьмем сейчас. Все. Так. Вот, взяли компьютер мой. И вот так вот. И все. Пусть стоит. Так. Ну, давайте что ли позвоним в полицию. Или что будем делать вообще? Так. 911. Звонить. Абонент временно недоступен. Да блин, ребят, черт, абонент недоступен. Да как вообще 911 может быть недоступным? А, это очень странно. Ребят, это очень странно. Пишите свои догадки в комментариях, что случилось. Я не могу понять. Надеюсь, я разберусь с этим. Эх, скорее бы этот бугорок уже убрать, он меня капец как задолбал. Ладно, ребят, завтра уберу. Так, что там, житель в фиолетовом лег спать. Так, а житель в коричневом тоже лег спать. Ну, я тогда, наверное, пойду спать. Дождик как-никак, грустная пора. Ладно, ребята. Все же я не понимаю, куда делись все наши вот это вот все. Ладно, давайте поспим. Ой, блин, у меня с кровати споткнуло. Ой, это я упал. Ладно, ребят. О, житель фиолетовым, привет. Ты все ж таки и не знаешь, куда вот... Делись-то все деревья, и все дома, и все жители. Ой, блин. Что? Что ты сказал? Ой, ничего. Пах, ну я не знаю, правда. Эх, ну блин. Ну может ты хотя бы знаешь, что стало с мэром. Просто кто мне зарплату теперь платить будет? Ну я не знаю, я сказал тебе. Ну ладно, я понял. Ребят, что-то какой-то стал грубый житель в фиолетовом. Раньше он был не такой грубый. Ладно. Ой, блин, капец, ребят, чихнул случайно. Ну да ладно. Ой, блин, на меня там этот житель фиолетовом смотрит. Ребят, может, прокрадемся к нему домой? Ой, блин, может, прокрадемся к нему домой? Может, он что-то скрывает от нас? Давайте, ребят, поставьте лайк, я точно сломаю эту доску. Не получается, давай. Ух, это было сложно. Давайте, ребята, лайки, все сделал. Давайте. Почти, ребят, давайте. Если подпишитесь еще на всякий случай. Ой, капец. Это было трудно, ребята, да. Давайте сюда вот так вот все. Все, моя деревенская кузница, с ней все нормально, ребят. Так, ребята, смотри. Ой, блин. Ой, он что-то ко мне, кажется, хочет зайти. Так, ребята, как я через него-то пройду? Так, давайте осторожно. Бери. Так. Так, житель в коричневом там идет. Так. Оба, он ушел куда-то. Так, ребята, давайте к нему в домик пробираемся. Ой, капец. Ой, блин.
меня заметил, кажется. Эй, Паха, ты там что делаешь? Ой, он меня точно заметил. Ребят, схватывайся. Эй, Паха, стой. Так, ну пошел вон, житель фиолетового. А, ребят, быстрее. Так, закрываем дверь. А, ребята, так, блин. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был сегодня я, Павел Мотик, блин. И надеюсь, вы знаете, что стало с моей деревней. Эх, ладно, всем удачи, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.